Ну что ж, двигаемся с вами в нужном направлении. Отведем нашу подруженьку Тиле к себе домой. Заодно, может, займемся с ней виртуальной любовью. Я не знаю, чем так будет называться. Так. Костюм на нем, да? Ничего, как смотрится. Нормальный такой у меня костюм. А лучше, чем первый. Что ты везунчик? На самом деле твои шансы равны нулю. Шансы равны нулю.
да, где он тут есть. Подзагрузки всякие. Наполним воздух свинцом и посмотрим, что упадет на землю. Чем, блядь, на самом деле твои шансы равны нулю. Голову. Какая-то кровожадная. Блять, вот реально это уже бесит, как говножок падает там. Пиздец просто. Это уебище какое-то. Да. Ну, это скорее бы это уже закончилось все. Да.
Рада, что ты в деревню зовёшь. Здесь ты будешь в безопасности. Держись подальше от замка. Как только я смогу, я вернусь за тобой. Обещаю тебе, я не буду выходить из дома до твоего возвращения. А сейчас иди. Но я не вернусь. Тебе еще многое нужно объяснить Талу и остальным. Я люблю тебя, Тили. Я знаю, что ты вернешься. Нихуя какая сцена. Детям смотреть нельзя. Я же возбудился. Так. Нет, получил. Блин. Так, смотрим задание. Все вместе. Нам идти. Так.
хочешь. Сохраняемся. Самое интересное. Собирание всей хуйни. По сути, это уже конец, потому что сейчас мы идем к друзьям, он извинится, и потом нам будет идти на битву с этим лордом Талосом. Вот. И перед этим она будет вернуться в комнате в Шадами Мор. И еще тут по карте пробродить. Пора нанести удар, нужно ковать железо, пока горячо. Не будь глупцом. Мы ничего не добьемся, напав на Иллюмину. Там расквартированы тысячи солдат, а армия Клории в плачевном состоянии. Нельзя просто взять и напасть на Иллюмину. Это мой дом. Мать прислушается ко мне, я могла бы с ней поговорить. Слишком поздно. Не прислушается. Элько! Тварь. Друзья. Простите меня. Ты, наверное, шутишь. Ты построил машину, которая принесла нам тьму. Ты предал нас всех, когда украл кристалл. А теперь ты хочешь, чтобы тебя простили? Я поставил на карту все, явившись сюда. Люсиции очень долго удавалось скрывать от меня правду. Вы были абсолютно правы. Машина забирает у вас свет. Клянусь, я не знал об этом. Но боюсь... что это еще не самое худшее. Лорд Талос и королева придумали план. Машина — это не щит мира, как меня уверяли. Это больше, чем просто генератор. Они хотят накопить достаточно магической энергии, чтобы вызвать демона. Хейгу. Да, Хейгу. Люсиция верит, что Хейгу может вселиться в тело Талоса, и темный повелитель... снова вернется в мир людей. Чепуха. Зачем матери это понадобилось? Она боится.
боится того, что она смертна. Она видела, как умирала ее мать, изнуренная болезнью. Вдобавок, она очень привязана к своему королевству и хочет править там вечно. Если бы это была политическая проблема, мы бы нашли выход. Но это вопрос ее жизни и неизбежной смерти. Алиш, мне очень жаль, что пришлось тебе это рассказать. А что делать с машиной? Ты можешь ее разрушить? Я 10 лет ее строил. Это не так легко. Нельзя просто так нажать на кнопку. Но я выиграл для нас немного времени. Забудьте про машину и Люсицию. Слишком поздно. Грядет Хейгу. Предсказание исполняется. Вы избраны, чтобы сражаться. Все вы. А я думал, всю игру, блядь. В пророчествах Омнии говорится, что в трудные времена четверо героев вернутся для решающей битвы с темным повелителем. Они должны воссоединиться с теми, с кем были разлучены, и мир Судеки возродится. Каждого из вас посетил Тетсу и наделил вас силой своих слуг. Каристона, Оливитес, Лебиуса и Мо. Объединяйтесь с вашими двойниками, и герои воплотятся в вас. Такова воля богов. Пришло время воссоединиться. Да, если орки. Вы хотите победить Эйгу, отправляйтесь в бездну и помолитесь Тетсу. В бездне вы станете едиными и возродитесь в том виде, в котором вам предназначено жить. Один из вас будет избран как проводник Тетсу, и ему придется сразиться с Хейгу. На ваших плечах лежит судьба миров. Если вы принимаете вызов и согласны отказаться от вашей прежней жизни, я готова отправить вас в бездну. Вы должны тщательно все обдумать. Назад пути не будет. Это нам вот подсказка к тому, что... что сначала нам надо все собрать. Все, сохраняемся. И отправляемся собирать то, что было пропущено.